канал. Я сегодня болтаю с вами из Архиза. Мы приехали с мужем в отпуск на, так скажем, зимние каникулы, правда, которые у нас в начале марта. Но мы, тем не менее, очень хотели приехать. Приехали. Разговариваю с вами со своего балкона, поэтому хочу сегодня поделиться рум-туром, собственно, комнаты, ну или как номера, да, где мы живем. Надеюсь, кому-то информация будет полезна. Если это так, если кто-то заинтересуется, ну, как бы, где мы жили, собственно, да, какой-то номер, пишите мне в комментариях, я оставлю номер телефона хозяев, по которому можно будет связаться, договориться и так далее. Это как бы не реклама, ничего, просто, ну, так скажем, мой опыт, да, а вдруг кому-то будет полезно. Сейчас пойдемте смотреть рум-тур по номеру. Ну что, заходим. Покажу, где мы живем. Это мы на первом этаже. Здесь надо разуться и уже чистенькими ножками топать наверх. Так, ну вот нам нужно теперь подняться. Поднимаемся на второй этаж. Все очень классно, видите, все такое достаточно новенькое. Все в дереве. Плитка на лестнице, не знаю, как мрамор или под мрамор. Наш номер. Открываем. Мы уже заселились. Начинаем с ванной. Зайду. Вот у нас Вятика уже здесь. Здесь, собственно, душ. Полотенчик для ног висит. Вот такой душ. Смотрите, какая плитка, тоже даже интересная. Такой вот душ. Все мне очень нравится, очень все лаконично. Смотрите, вот даже здесь такой душ сделан. Это у нас получится как дождь. В общем, очень классный номер. Здесь все чистенько, фен имеется. Полотенцесушитель, и мыло. Ну, естественно, мыло уже мы открыли. Мыло предоставляется, туалетная бумага и фен тоже, как я уже сказала. Так, получается, вот прихожая. Здесь, получается, вот у нас комнату в одну идет. И здесь как, не знаю, как кухня-гостиная, столовая. Единственное, что плохо, здесь нет шкафов. Вот такое вот сооружение, да, в виде прихожей, где можно повесить верхнюю одежду. Сюда у нас идет столовая зона, кухня. Мы здесь уже все разложили. Вот такая кухня. В принципе, все имеется, даже газовая плита. И вот, вот смотрите, что. Здесь у нас и жидкости, и, собственно, губки, и тряпки. Все чистенько, все есть. В ящичках, так, ну, это вытяжка у нас. В ящичках, ну, это мы уже поставили свою такую пластиковую посуду. А так здесь вот стекло. Все даже, можно сказать, с Икеи. Потому что вот эта линейка тарелок, и вот это тоже с Икеи. Так, здесь у нас пустой был ящичек, мы туда наложили уже свои продукты. Холодильник, мусорное ведро есть. Здесь даже есть приборы, собственно, на любой вкус. И кастрюли, сковородки и мисочки даже есть. Вот несколько мисочек разных. Там, не знаю, для салатиков. В общем, очень удачно, как бы то, что надо. Так, дети у меня уже смотрят тут мультики. Телевизор у нас с этой стороны, такой комод. Мне кажется, все очень даже так стильно смотрится. Смотрите, даже бра и диван. Здесь у нас выполнено все это из дерева. Очень хорошо все пошлифовано. И я так думаю, что, наверное, как чем-то покрыто все-таки. Какой-то или лак, или что-то такое.
чем-то это все-таки покрыто. Очень классно. В общем, такая все из дерева сделано. Я думаю, что это мебель на заказ. И киевские корзиночки, видите. Все обшито вагонкой. Шторы, все, видите, в таком цвете интересном, лаконичном. Вот у нас свет. Вот такой свет. И здесь получается как это второй этаж, наверное, там как типа мансардный, но на самом деле крыша очень высоко расположена. Так, это у нас вторая комната. Это уже идет спальня, двуспальная кровать. Ну, не знаю, сколько тут, 1,40 м, 1,60 м, наверное. Вот она, да, Лиша. Да? Ты тоже пришла сниматься, доча? Две тумбочки из такого же материала, как и стеллаж под телевизором. Тоже такие деревянные. Шторы. Тут мы уже разложили вещи. Мне очень нравится, что все в спокойных тонах, выдержанных. Нет никакой наляпистости, пестрости. Вообще очень классно. Здесь у нас прикроватные светильники, все работает. Муж улегся спать. А здесь, смотрите, получается, вот подготовлены полотенца. 4 комплекта, собственно, у нас номер на четверых, поэтому 4 комплекта полотенец, все классно. Единственный минус, то, что нет шкафов, вот крючки только, и то, что в коридоре, прихожая там, и все. Вот это вот, конечно, большой минус, потому что некуда вещи не положить, не развесить. Так, перейдем на балкон. У нас обалденный вид. Сейчас вам покажу. Вот такой вот балкон. С чудесным видом. Посмотрите, как классно. Балкон у нас получается на 2 комнаты. Можно выходить как с кухни, так и с комнаты. Просто я обалдею. Мне очень нравится. Прям отлично. В общем, я рекомендую вот эту гостиницу. Не знаю, как это гостиница, но номер, в общем, мы снимаем. Вот такой вот. Ну, просто великолепно. И вот отсюда я уже захожу. Наши мультики. Сейчас мы еще постелим коврик, чтобы детки там могли на полу все что играть. В общем, класс. Мне очень нравится. Номер супер. Супер-супер. Здесь не показала вам. Посмотрите, здесь такой, как все классно сделано. Ну, мне прям нравится. И, в принципе, я бы не сказала, что очень дорого. Вот, у нас номер на четверых, мы договорились за 5000. Правда, мы приехали, как бы, когда сейчас вот неделя такая затишья в Архизе, в основном все приезжают на 23 февраля, и уже потом к 8 марта. И вот, получается, мы приехали в промежутке, поэтому здесь людей должно быть поменьше, но, видимо, цены немножко, конечно, снижены, потому что мы, как бы, грубо говоря, уболтали хозяина. А так, конечно, номер подороже. Там оно получается около 6000, если я не ошибаюсь. Вот, стоит в феврале. Но все равно, даже если так, то как бы номер стоит своих денег. Мне очень понравилось. Так, моя малышка плачет. Все. Завтра покажу вам, что там днем на склоне. Посмотрите, какой ламинат. Все очень красиво, выдержано в определенных тонах. Здесь плиточка. Вот, очень классно. Лестница тоже в цвет ламината. Очень подходит, тоже под дерево. Ну, просто, я не знаю. В общем, вкус, мне кажется, у хозяев есть. И здесь тоже дерево. А, тоже натуральное дерево, вот полностью такой массив. Мы гостиницу вот эту нашли на Авито. Если кому-то нужно, кто-то заинтересовался, напишите мне в директ, я узнаю номер телефона, и тогда как бы вам скину. Просто номера телефонов, контакты у мужа я как бы так не напишу. Если кому-то интересно, то пишите мне в директ, напишу обязательно.
Очень сегодня яркое солнце, просто невозможно разговаривать, не прищурясь. Поэтому не обращайте внимания, собственно, на мои такие узкие глазки. Ну, я буду свое видео сегодня заканчивать уже. Муж практически прогрел машину, поэтому мне нужно тоже бежать. Если вам понравилось такое видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, делитесь своими комментариями. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, кликайте на колокольчик. До новых встреч, до новых видео, пока-пока!